Приветствую вас, друзья, на канале Лобоплей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы возобновляем игрушку под названием Planet Zoo, друзья. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы заведем новое животника. Но прежде всего хочу, конечно, извиниться, что так долго не выходили видосики по Зу, и вообще в общей сложности никакие видосики не выходило. Я каким-то образом умудрился залить Wiring the Aftermath. Ну, это повезло, не знаю, наверное, связано с этим, то, что у нас за пара сейчас вообще с этим вирусом и так далее и тому подобное, непонятно. Ну, сегодня мы будем короче, заводить животное под названием, я уже его приобрел, мне захотелось, вот, потому что вы ничего не писали, кого бы хотели видеть, я вот решил, я хочу завести нам западная равнина, что там, как он называется точно, иди сюда, Зоопедия. Итак, западная равнинная горилла находится на грани полного исчезновения. Ох ты, блядь, получил замеченный протестующий. Да, у нас там были какие-то кисяки. Я хотел половину народа уволить, потому что лишние деньги платил им, короче. Ну, пришли эти плохие люди и начали протестовать. Итак, находится на грани полного исчезновения. Популяция в дикой природе от 150 тысяч до 250 тысяч. Итак, западная равнинная горилла, обитает в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Республике Конго и южной части Нигерии. Этот вид живет, питается тропическими и балтийскими лесах, а также заброшенных фермах. У него черная кожа, темные глаза, выраженные бровные дуги, широкие ноздри, жесткий волос, покрывающий основную часть их тела, за исключением лица, ушей, кистей и стоп. Самцы значительно крупнее самок. С возрастом волосы у них на спине приобретают сероватый оттенок, да? Серый оттенок, да. Это характерный признак доминирования самца. Гориллы живут небольшими группами, состоящие из самок молодых самцов, детей доминантного самца. Это будешь батьки, да? Этот вид находится на грани полного уничтожения. Виной этому вырубка лесов, браконьерство и опасные болезни распространяются, которые способствуют образ жизни горилл. Молодые самцы, достигнувшие зрелости, покидают родных и отправляются на поиски новой группы, перенося таким образом болезни из одной группы в другую. Республика Конго финансирует программу направления на сохранение тропических лесов и обитателей. Ну да, посмотрим. Итак, короче, ну что у нас здесь? Валер, ну там грязно, окей. Трубкозубы, как обычно, мне тут палит мозг. Что тут у нас, какой-то подарочек? Нет, что-то осталось. Так, забрать все доступные награды. Получено значение сообщества. 370, новые награды. Ну окей, забирать. И забрать. Итак, короче, запускаем наших горилл сюда. Пока сейчас день наступит, мы уже тогда сможем их устроить здесь. Я, как обычно, подготовил, друзья, уже вольер, чтобы это... Потому что он довольно-таки много времени занимает вообще в подготовке, да. Так, зоовор, так, это переместить. Ну, не скажу самые топовые, да, но есть какие есть. Так, что тут происходит? Панда, большой стресс, объект сломан. Вызвать механика. Вообще, когда как у вас стоит вообще приоритеты? А, наконец-то нет, уходят у тырки. Потому что у нас были проблемы с Бонго. Где наши Бонго? Так, у нас родился маленький самец. Я купил себе буйвола за 6 тысяч, по большому счету, этих монеток. Да, боже, не монеток, а эко-баллов. Так, где моих Бонго? Вы сейчас себя хорошо чувствуете, друзья? Да, вы себя чувствуете отлично, вот потому они ушли. Итак, как видите, друзья, у нас довольно огромный, да, уже парк, да. Пока что мы идем по плюсам, да. Да, 20 тысяч плюсом. Нормально. Я потом еще раз расширю, конечно, вот это все дело. Я вообще планировал построить вольер так, чтобы... потому что можно было построить без ограды, но не знаю, как это можно, типа, сделать...
ям, то бишь такие вот как траншеи, да, для этих, например, горилл, да, что ширину 3 метра и глубину 1 метр, и тогда они тоже, походу, не вылезали, точно не знаю. Вот, низкий уровень, но это опять, наверное, в теплоту попал. Короче, так, пока мы тут, у нас все, у нас сейчас получается, здесь есть, нету, нет еще, нету еще, пока не принесли. Значит, пока что они нам несут наших этих животных. Мы сейчас поставим изучаться, потому что у нас изучается еще карликовый бегемот. Это довольно-таки, блин, долгий процесс. Так, несут первую гориллу, я смотрю, да, вот она. Так, сейчас мы кого-нибудь поставим туда. Ну ладно, какая разница. Где наша горилла? Так, сейчас, короче, надо перезайти, наверное, так. Иди сюда. Не сюда, бляха-муха. Вот сюда. И Митчелл. Митчелл, Митчелл, где гориллы? Где гориллы? Эл, я не понял, где горилла, нахуй? А, вот горилла, вот горилла. Итак, смотрим, что им нравится и что им не нравится. Нажимаем. Ой-ой-ой. Итак, вам укрытие нужно, это понятно. Так, лазание вам тоже нужно. Водичку я вам, наверное, подожди, сейчас посмотрим. Нажмем паузу, пока будет денек. Мы сейчас это все быстренько соорганизуем. Нажимаем H. Смотрим, где у нас вода есть. Да, мы здесь это сделаем такую канавку. Вот сюда, сейчас забубеним, чтобы нам не ставить колонки. Мы можем это обойти простым способом. Мы можем просто поставить, выкопать траншею. И все будет шикарно. И заливаем чистой водицей. Вот так. Замечательно. Вода есть. У них очень большой. Так, кстати, я же не показал, что им нужно вообще. Да, то я тут взял. Итак, что нам нужно для этого? За педи нажимаем. Нам нужно 780 квадратных метров. Ну, для топары, да. Ну, и вот, как говорил, да, класс 3 защита, 1,20 м в высоту, плюс еще защита перелазания. Единственное, что надо объекты для лазания высотой 40 метров. Это сейчас, друзья, и построим. Мне просто интересно. И по большому счету, из-за этого я, короче, строил, потому что мне было интересно, как это будет выглядеть, как они будут лазить по этому всему процессу. Сейчас посмотрим. Вот предметы для лазания, да? Что это? Какая высота у тебя? О, блин, вот это, вот сюда, изи, вот сюда такой огромный. Или может быть что-то поменьше? Ну, не знаю. Поэтому я не знаю, они будут лазить. Ну, это, кажется, самое нормальное, топовое. Так, подожди, сейчас посмотрим. Лазание. Есть еще что-то такое более интересное? Ой, это маленькие. Ой, маленькая. Маленькая. Что ты... Маленькая. Да, что ты там... Это... Так, можно, конечно, одну такую поставить вот сюда, например, да? Но я надеюсь, что они не убегут туда. И вот этот один огромный, вот это то, что здесь было только что вот. Вот такую вот тему. То, что им очень нравится лазить, пусть они лазят. И посмотрим сейчас, как у них там по поводу этого дела. По поводу лазания. Нормально, все нормально. Иди сюда, мелкий. Лазание. Необходимость пространства для лазания. Это что? Подожди, 60 квадратных метров. 0,60 квадратных метров. Может, отожать надо паузу, пусть пересчитает. Да, у него 300-400 с лишним метров. Пусть лазит. Короче, дальше что нам надо? Укрытие им не нужно, да. Но мы, знаете, что, друзья, сделаем вот сюда вот, да? Так как они хотят будет все равно спать, да? Ходить спать. Нам надо, им надо будет идти спать. Мы поставим вот такую вот. Так, горилла. Как он там назывался-то? Так, шимпанзе. Вот, западная равнинная горилла. Так. Вот такую можем поставить, да? Он будет здесь валяться. Воу-воу-воу. Не
Не знаю, как это будет выглядеть для них. Не знаю, почему это туда его тащили. Ну, вот сюда поставим. Итак, обогащение среды благополучия. Смотрим, что у нас здесь по ландшафту. Не подходит. Так, высокая трава слишком, да? Сейчас, значит, берем ландшафт. Срезаем травку. Берем побольше кисть. Ой, ну не такую же огромную это. Ну. Низкая трава. Ага. Так, ему что надо? И земля, да? Земля, неровные камни, рыхлая земля. Чуть поменьше. Рыхлую землю, знаете, куда, друзья, поставим? Вот сюда. То, что здесь они будут лазить, да, типа. Они же здесь тусуются, по большому счету. Вот так. Ну и сюда нибудь. Очень много низкой травы, да, у нас, блин. Давай, сейчас все сделаем. Ну, еще чуть-чуть осталось, да? Так, вот так, вот так. Давай еще. Так, мне сейчас будет то, что мне не хватит блин, травы вообще, по большому счету. А, значит, друзья, нам же можем сделать по-другому чуть-чуть ландшафт. Высокая трава. Вот такая. Лысина здесь будет. Окей, хорошо, с этим разобрались. Растения, покрытие. Так, биомы у нас тропики получается. Да, идем тогда, значит... Во-первых, нам надо что-то поставить покушать ему, чтобы у них было. Что кушать? Вольер. Пища и... Вот у нас такая получается, большая, да? Воздушная платформа для кормления. Можем сюда поставить, например? Вот сюда прикол был, а? Окей, вот так посмотрим. Нормально, ненормально будет. Мне просто интересно. На одну миску можно сюда закинуть, потому что тут мало места. Вот так, отлично. Так, биом, значит, получается у нас тропики. Идем мы в природу. Берем... Не могу тропики выбрать. Алло, вот тропики. Тропики. Так, ну пальмы как обычно. Пальму мы как-то здесь заставим. А, нормально вот так. Что? Нет, не нравится тебе. А вот такая вот. Бамбус тоже не нравится. Азия. Хм. А что будет только простые пальмы нравятся? Такие, да? Да. Хоть и он не в этом контингенте находится, но без разницы нам. Нам надо... Так. А что можем еще такое поставить? А вот такой тебе вам пойдет, друзья? Вот такой вот. А, это просто маленькая пальма, ёпты. Я думал... Так, это можно было бы замечательно. Окей, забираем. Это идем к луже. Так, хорошо. Что вот насчет этого? Нет, на это явно, этого мне надо. Вот это что? О. Ух ты. Ух ты. Нет, такое огромное нам не нужно. Нет, это не подходит. А это? Тоже не подходит. Это?
Не знаю. Ну то, что да, не знаю, где что будет. Но это пойдет по-любому. Нет, не подходит, да? Ах ты ж жопа. А что, что я могу сейчас затыркнуть? Из такой, что я из России. А, не, ну кувшинки навряд ли я смогу сюда положить. Ну да, я уже захотел, блин, кувшинки прям вообще охеревша. Это огромное дерево здесь, блин. Вот такие, вот такое дерево было бы. Только поменьше. Это что такое у нас? Золотой фикус. Ну, может, по идее, должен. Да, все нормально. Ну, насчет этого я не уверен. Да, ну, как я и говорил, что-то не это. Но это будет нормально. А что с покрытием? А, ему нужно эти, ну, в смысле, ему нужно эти, как его, бляха-муха, забыл. Ах, твою ж, налево. Ну да, да, уж захотел такой. Не, красиво, конечно. Что случилось, кто-то помер? Большая панда умерла от старости, я понял. Отлично. Да, прикольно вот это дерево. Там что? Тамарин, ёпты. Какое интересное название. Тамарин, воу, это такое огромное. Вот сюда иди. Но это не пойдет. Что это у нас? Азия. Можно тут сюда засунуть? А, не. Жопа. Ладно, это что? Что это такое вообще? Так, тихо. Табидуй. Табидуй, не знаю, или понравится ли такое. Нет, ему такое не нравится. Окей, ладно. Как скажешь. Неподходящее растение. Ну а чё, у меня нормально, он ну, ничего не кричит на меня. Окей, пусть будет. Так, дальше, дальше. Очень мало растений каких-то вообще, которые находятся к тропикам. Так, что посмотрим, что у вас там по покрытию. Уже супер растений, супер. Значит, мы что-то еще можем. Не, мне вот эти вот и дерево нравится. Тамадари, тамадарин, тамара. Вот что. Это надо. Ну, блин, тут очень. Вот такая еще шняга есть. Ну то, что плохо, подожди, может быть типа пошире есть. А еще пошире нету. На, это было просто. Это что такое? Опаньки. Нормально, сейчас, по идее, должно у него хватить всяких трав и так далее. Да, 2, блин, 20%. Надо что тут. Какие-то вот такие надо что-то еще. Подожди. Это им не нравилось, да? Это было у них сразу красное, да? Да. А что с этим? Вау, это что такое? Сон. Так. О, пошло. Отлично. Супер. Офигенно. Офигенно. Отлично. Так, дальше что хотел сделать? Так, ну, вот, мне кажется, тут уже всего не хватает. Здесь даже и игрушек, что ли, надо. 23%. Нормально. И обогащения, конечно, среды нету. Сейчас пойдем по игрушкам смотреть. Кстати говоря, может быть, мы уже изучили что-то? Нет, ничего не изучили. Так, что здесь происходит? Исследование завершено. Чего? Так, что-то крашнулось, друзья. Что-то крашнулось, писет.
Итак, друзья, у нас произошел маленький краш. Блин, что-то тут сломалось у нас получается, да? Не знаю, что-то там полетело по звездам, как говорится, да? Ну ничего, я вернулся к тому месту, где мы закончили, потому что, ну, это было... Надо было, короче, чуть-чуть помучиться, потому что запись-то пропала, блин. Но смысла от этого ничего не было, надо было все начинать заново, как говорится, да? Опять эти уштырки тут пробежали, ну. Подожди. Тебе тоже такое нравится, смотри. Какая-то грязь, что ли? Фрукты. Знал, что им такая вот нравится штука. Они будут еще по ней бить, что ли, не понимаю. Ну да, западная враненная. Так что происходит? А, у меня же получается сейчас... О, да, стопэ. У меня же там есть лишний... самец в этом, блин, сейчас быстренько найдем, где он там. Ну, в этих, так, это ясно. Это можно, это маленький, это вот этого надо. Альфа, да? Этого. И вот здесь у нас получается здесь самки, вот, а тут маленький еще не растет, так, ну, мне кажется, еще был самец где-то. Окей, отправиться в центр обмена. Ведь, друзья, как у нас с тиграми, да? Просто все золотые уже. Просто бешеные бабки мы за них загребать потом. Сейчас маленькие подрастут. И вот эти белые еще. Так, это центр обмена, так, отправить в центр обмена. Переместить в центр обмена. Торговля с животными. Смотри, что у нас там происходит вообще. Как у нас там торгуются они. Нехай не торгуются, да? А, у меня даже не ставят они на продаже. А почему это, что с ним случилось? А почему ты здесь стоишь? Дружище, не понял. Торговля. Ой, так давайте торговлю. Ну, вот единственное, что меня бесит в этой игре, что вот это такая вот фигня получается. Так, мы, я всегда ставлю, друзья, вдвойне, потому что, видите, какие статки, да? Блин, просто бешеный чел. Так, ну вот еще один. Ладно, у него ген иммунитета чуть послабее, да, но это не страшно. Ну, это тоже. Тут 2500 сразу берем. Торговля здесь у нас... Ой, 2800 вообще, что помню. Ну. Но. Это бесит, что вот так он 2800. Торговать. Баранчики. Вот, выиграл я какой-то квест, какой-то выпал... Так, это даже тебя отпущу на воле, просто чтобы не мучить. Ну. Зоопарк. Ну и смотрим. Не, сюда торговля с животными. Нет, не сюда, вот сюда. Так, это продажа. Этот не знаю, почему здесь валяется. Переместить. А где наши маленькие? Они здесь у нас были. Тут барандала. Вот здесь. Солнечная панель сломалась. Вызвать механика. А, это еще есть одна из старых, потому что они не улучшенные. А что с жирафами здесь? Ну, жираф у нас есть, да, жираф-то у нас есть, но... А, у нас должен был родиться еще маленький. А, у нас был где-то. А где он сейчас находится? Не вижу. А, вон там бегает. Вот, заметил. Так, хорошо. Что здесь? Животное умерло. Ну, волк умер. Так, животное... Почему ты испытываешь стресс?
спрятаться. Все они пытаются спрятаться, без понятия. Ладно, тебя увлекаюсь не тем, что надо. Так. А вот что вы прилезли, блядь, сюда, не понимаю. Я сейчас поправлю, пофикшу, все будет нормально им. Обогащение 50%. Так, ладно, вольер. Это мы поставили. Игрушки есть какие-то? О, кольцо бросим. Мячик. Есть препятствия. Ну окей, как скажете. Господа. Так, социальная группа. Вам это тоже нравится? Нихера себе. Обогащение у них, вот это пошло. Просто. А что еще можно? Катушку нибудь забросить, не вот такую. Это че он так бросил? Нихера себе. Зеркальце надо поставить. Одно сюда. Одно сюда. Сюда. Катушечку. Пусть они играют где-то здесь рядом. Окей, колеса мы попросали. Что еще можно? Так, лакомство есть какие-то. А, ну это уже мы сделали им. А тут уже ничего, походу, нету, да, ничего такого. Ну да, тут уже игрушек у нас достаточно. Можно еще пару ящиков забросить. Ну, шарик вот футбольный. Или хоть треснул носом. Или чем он там. Такс. Окей, он это еще такой можно засунуть сюда. А что вы опять? Что вы протестуете, дебилы? Не хочет пить? Дружище, а тут что, вот эти нету здесь? Ну ладно, скажем так. Сделаем такую тему. Подожди, так, тихо. Так, по идее, должна быть вода. А нихера. Я думал, что это работает, типа, так же самое, как и обычно все, но оказалось, что нет. Ну ладно, вам хватит две эти. Ну идите пейте сейчас, что вы, блин. В социальной группе слишком мало взрослых и молодых особей. У них все идеально, все идеально просто. Ну чего вы тут мне парите мозг? Ну. Кормушка дерева, все нормально. В социальной группе слишком мало взрослых и молодых особей. Ну, допустим, сейчас мы еще приобретем парочку, давай. Торговля животными. Давай пару самочек приобретем. Не бать, тут здесь такие деньги, друзья, да? Какие большие деньги, ебда, стоит. Так, медвежонок, нет, там где-то у нас, вот она. Запятая горилла. Фильтр. Врубаем. Ну. Вот это. Песня, вот такая вот система. Окей, закрываем. Самок я хотел, да, приобрести. Я вижу, сколько самок. Что-то можно приобрести здесь, да, по большому счету. Ни хера не можно приобрести.
Самца можно, но самку нет. Ну, ты смотри, самка 10 штук, самец 4,94. Ну, на его брать сейчас смысла нет, я думаю. Че вы орете, бля, психи, психи. Так, я хотел еще одну фишку проверить. Там... Ну, иди сюда, я где там спрятался, чувак. Это ты кто? Ты самка. Я хотел посмотреть, что хотел посмотреть. Я хотел посмотреть. Где это было? Подожди, я уже забыл. Генетика. Где же его, блин, смотрел? Не помню. Можно было посмотреть, какие возможности, то, что не... Придут потомством, блин. Хранилище лежит на волю. Камера. Зоопедия. Где там? А где он? Второй этот. Дружище, ты где-то находишься? Как ты сюда попал, подруга, под дружище? Провалился под пол, провалился. Вот почему это случилось, друзья. Да что этот чувак просто, блин, тусовался не там, где положено. И так я не понимаю, что... Почему? Где я могу проверить? Подожди. Альфа-самец, ясно. Подожди. У нас что, два самца, походу, да? Стоп. Зоопарк. Неужели я два самца купил? Не, ну кажется, ты же, бля, покупал самку и самца. Ну да, вот самка и самец. Ну все правильно. Все правильно. А что они там буянят? Бешеные вопсы. Это так и не играется. Есть раунд. Что происходит? А, ну я понял. Вот партнер у него, да? Ну и далее. Генетика. Самка. Привыкайте. Так, окей. Блин, я не помню, где... А, сравнить партнеров. Вот, это и это. 82%... 82% успешного зачатия. И что мы за остатки? Фертильность хорошая. Генный иммунитет отличный. Потенциальный долголетие, ну, конечно, маловато, блин. Но под ген размера может быть довольно-таки неплохие. Но надеюсь, что нормально будет. И как это будет? Ниже среднего. Но это пока что это будет все исследоваться. Это улучшится. Так что хорошо. Ладно, друзья. Короче, будем ждать, когда это все просто лечится. Как обычно, по статистике мы ждем, пока у нас родится первенец. И тогда будем уже завязывать снемочку. И уже будем готовиться к следующему видосику. Так что давайте поехали. Ожидание пошло. Ну что ж, друзья, наша самочка забеременела, уже готовы, ждем потомства, должно вот в апреле сейчас должно вот быть, уже скоро сейчас должно появиться, говорится, ожидается апрель, ну посмотрим, кто там родится у нас. Там, ну, не написано, когда, конечно, точно это будет, но когда-то это будет. Идем по плюсам, блин, только что по плюсам идем, и я уже ушел в минус. Ну ладно, все равно мы идем плюсом. Наверное, сейчас просто еду купили, наверное, за кому-то, и очень далеко, ну, ушло. Ну, короче, видите, да, сами, что у нас деньги просто льются рекой, по большому счету. Все нормально, все отлично. Я хочу, конечно, тоже еще заняться, блин, разведением экзотических животных. Так, слишком грязно, Валерий. Так, надо нанять, надо будет еще, наверное, мне пару этих, как его,
смотрителей, построить побольше домов для строителей. Ой, смотрителей, строителей. Так, ну давай, да, ну малыша там уже, да, уже, что, как долго тебя ждать уже, подруга, ну? Малыш должен быть, давай будем за тобой следить. Да, где тут камера? А вот камера. Камера вот здесь она. Ну и следим. Ну нет, не с этой стороны, надо подруга. Но ты, блин. Здесь, знаете, чудо в перьях. Ну ладно, не в перьях, но в шерсти, в шерсти. Не знаю, как его можно назвать. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Здравствуйте, здравствуйте, малыш. Захара, девочка. Девочка, ты злыгая. Конечно, девочка. Здравствуй. Двигай, сипуси. Вот. Мне уже, ну, все хорошо, все отлично. Очередное животное у нас, друзья, есть в зоопарке. И в общей сложности, значит, получаю сейчас 84 животных. Или, я не ошибаюсь, 86, может быть, я точно не помню. Но уже приближаемся к сотне. Потом я хочу с них выпускать, и потому что они, ну, фу, ну, это некрасиво, фу. Прям нагадило, блин, на экран. Извиняюсь, друзья, надо повернуть. Так, здравствуй, малыш. Вот. Так что, такие уж делишки, друзья. Так, смотрим, что у нас получается по нашему зоопарку. Итак, что у нас идет? Ну, 50-80 деньги плюсом. Так, тут это надо будет нанять людей мне еще, чтобы это все сделали, починили. Ну, это как опять трубка-зубки. Они постоянно, у меня какие-то проблемы у них по жизни. Что-то, ладно, не буду это сейчас тут клацать. Я хотел посмотреть общую статистику. Пока что до сих пор слоники у нас являются самыми топовыми. По поводу удовольствия наших посетителей, да, у нас проблемы сейчас с жаждой, да, потому как у нас здесь жарко, и вот с этим все связано. С образованием надо будет тоже поработать, там построить некоторые стенды, чтобы было более, как говорится, информативно, да. Так что, друзья, еще раз извиняюсь, что очень долго не выходили люди. Сейчас будут пытаться почаще это все делать, да. Но если есть какие-то пожелания по поводу какого-то следующего животного, друзья, вы не стесняйтесь, сообщайте, мы сделаем, нам не трудно. И потому что, ну, я, конечно, сам могу выбрать, но мне тоже, мне интересно, когда вы какой-то интерактив проявляете и пишете, каких там животных вы бы хотели сами видеть. Вот, ну, как, чтобы мы здесь построили. Потому что, ну, я понимаю, что мы очень много места здесь не используем, то, что, ну, очень, ну, как-то здесь много места. Но то, что я пытаюсь, чтобы эти негативные строения не влияли на наших посетителей. Вот. Так что, друзья, ну, будет еще декором, конечно, можно заниматься. Я вот тут начал уже каким-то извращением заниматься. Ну, не знаю, ну, вроде бы нормально выглядит. Солнечные батареи, да, у нас тут спрятаны, получается, да, вызвать механика. Не знаю, почему он не работает, почему каждые 6 месяцев, надо каждые 3 месяца туда идти. Окей, надо будет переставить, надо, да, проверочный срок. Вот, и здесь еще есть такая вот, и еще здесь, да, есть вот такие вот. Ой, тут тоже сломано, ёпта, что все сломано? Вызвать механика, пацаны. Каждый год, не хрен, каждые 3 месяца. У вас там целая хуреная туча, так что работайте. Я, короче, за кадром это все полазю, поменяю, потому что вот здесь тоже опять сломался. Так как вы знаете, что солнечные батареи не влияют на... Они не влияют на расстройство наших посетителей. Чтобы удостовериться, вот нажимаете H, да, друзья, вот. Отрицательное влияние на посетителей, да, видите? Удивительно то, что отрицательное... Вот этот... свет, но он вообще не дает никакого, да, эффекта, вот. Видите, у нас все... Вот, тут все нормально, и здесь все нормально. И, здесь, вот, и как видите, вот такие страны, это вода, вот такой стране. Это вот это, или все люди заходят и начинают нервничать, им не нравится, и они все переживают. Ах ты жопа, смотри, тут что-то все типа заменить. Вырубка лесов. А почему этот предмет не работает? Поврежденный. Могу вызвать мастера? Ах ты жопа. Ладно. Сейчас там поставим объект. Надо, кстати, потому что давно не летал, не смотрел, типа, по поводу этого, что происходит. И, оказывается, друзья, видишь, что-то уже у нас сломанная фишка была, да? Ну, ёпта, ёж ты матрёшь, ну дай ты мне поставить то, что мне полагается здесь. Там вырубка колесо было у нас, да?
Вырубка лесов, да. Все. Смотрим, да, сейчас их кстати пролечу сейчас. А ё-моё, ну что происходит? Почему это здесь? Что здесь сломано тоже? Заменить. Заменить. Вот потом и просел наша это как его. Вот эту почему не могу я заменить? Это бесит меня. А, вот, дебил. Друзья, просто едь до самого низа и все, и будет все отлично. Блин. Так, что здесь? Мусор. Ах ты ж жопа. Надо уборщиков набрать. Вольер. Объекты. Так. Так, где наш зоопарк? Уборщиков. Парочку уборщиков надо набрать. Раз. Давай, бог любит троицу. Троих и наберем. Так, ветряк не является. Хорошо, сейчас пролетим быстренько, посмотрим, что здесь работает, что не работает. А, он просто полный, наверное, да? Ах ты жопа. Потому что вроде бы не сломанный. Так, ладно. Так, пока что идем по плюсам. На еще одного уборщика наберем. Давай, пробей трубу здесь. Ну, и сейчас проверим, все нормально влияет на или не влияет на это дело. Что? 9. Ну, это трубка зуб, если постоянно мне тут парите мозг. Так, что здесь? Ах ты жопа, кто это сделал? Свинья. Как видите, да, у нас люди счастливы, все очень счастливы, потому что мы пытаемся, видите, держать все отдельно, потому иногда может быть такие вещи, что может это залететь куда-то, туда, куда не полагается, блин. Так какие-то вандалы, блин, здесь лазят. Камера стоит вроде бы, все должно быть нормально. Так, что здесь повреждено? Заменить. Что здесь? Вызвать механика. А, у нас ноль этого. Потому это получается. Так что самое будет здесь. Ладно. Хорошо. Работает. Ну. Так что здесь, драйв, да, это все можно контролировать, все можно сделать, все можно вообще. А почему ты влияешь на это дело, дружище, дружище, дружище? По идее, оно не должно влиять на настроение людей. Сейчас проверим. Почему? Может, потому что надо вызвать механика, потому что он поломан, скорее всего, из-за этого, да, потому что поэтому и красный. Потому что, по большому, вот, например, это, да, тут у нас вот он есть тоже. Стоит. Он красивый, нормальный, ничего нету. Да, это скорее всего то, что он просто поврежден. А это у нас получается, да, целый, да? Где там? Да, солнечная панель, она целая у нас, потому такая связана. Так что, вот такие, друзья, дела у нас. Конечно, друзья, если есть какие-то советы по поводу игрушки, или какие-то подсказочки, или вы какое-то хочется разнообразие вести, там, что хотите видеть, друзья, не стесняйтесь, пишите комменты под этим видосиком. Опять же, также, если вам понравилось, конечно, видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение на следующих видео. И, конечно, друзья, не стесняйтесь, будьте любезны, оставляйте комментики. Но это мне поможет вообще понять вообще правильно все делаем, все нормально или все ненормально. Какую-то обратную связь бы у вас было, хотелось бы вообще иметь, да. Ну, то что, ну, все равно, Олеся, конечно, большое вам спасибо за вашу поддержку, конечно. Мы на сегодня, друзья, с вами заканчиваем, да. И уже встретимся в следующих видосиках по Планет Зу и так далее и тому подобное, друзья. Так что всего вам доброго и пока-пока.